Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и, в принципе, как вы поняли по превьюшке, сейчас мы откроем подарочек от одного из моих зрителей, ZTI-156. Огромное тебе спасибо за то, что сбросил подарочек, мне крайне приятно. Ну а перед тем, как это сделаем, пара объявлений. Первое, приглашаю всех к себе на Discord-сервер, где вы можете общаться с ребятами, которые разделяют любовь к танкам, можете похвастаться своими результатами, выложить свои реплеи, пообщаться в голосовых комнатах, вы можете ознакомиться с новостями игры вне зависимости от того, на каком сервере вы играете, и новости там публикуются, как только выходят в официальных источниках. Плюс к тому, ребят, там вы можете ознакомиться с новостями канала, а именно посмотреть, какие видосы выходили, для того, чтобы не пропустить. Кроме того, ребят, как только там наберется 1000 участников, сразу разыграем там премиумную машинку. Поэтому не затягивайте, быстренько переходите на Discord и регистрируйтесь. Кроме того, друзья мои, более 67% зрителей, которые постоянно смотрят мой контент, не подписаны на канал. Вот здесь внизу, в правом нижнем углу, желтый шильдик, в один клик становитесь подписчиками канала, и среди подписчиков, ребят, в ближайшее время будут проводиться розыгрыши особых пропусков на Battle Pass следующего месяца. Поверьте, вы не пожалеете. Только для подписчиков такие розыгрыши проводятся, поэтому, друзья мои, подписываемся и жмем на колокольчик, чтобы не пропустить видосы. Спасибо большое за внимание, ну и за то, что смотрите мой контент. Ну что, побежали открывать подарок. С ZTI-156 мы ни о чем не договаривались. Еще раз повторюсь, огромная благодарочка не только ZTI-156, но и другим ребятам, которые сбрасывают мне подарки. Это существенный вклад в развитие канала и делает мне крайне-крайне приятно, и на душе становится тепло-тепло. Что бы там ни лежало, ZTI, огромное тебе спасибо. Ну что, открываем, смотрим, что там. Надеюсь, там не будет контейнеров, потому что на них мне не везет, к сожалению. Ну и слава богу, спасибо большое, огромная благодарочка. В прошлый раз, когда были контейнеры, я аж подрастроился немножко. Да, вроде бы и голды поднял, но в то же время все-таки нифига мне из них не выпадает. От этого становится крайне грустно. Здесь же есть 10 звоночков, у меня сейчас их 50. Не хватит, к сожалению, на машинку. Ну ничего, не хватит, да и не хватит. Зато есть киткоины, которые помогут мне прокачать машинку. Есть 500 голдишки и целых 500 тысяч серебром плюс бустерочки. Огромная благодарочка, спасибо большое, было безумно приятно. Друзья мои, делайте друг другу приятно, сбрасывайте подарки, делитесь своим приятным, хорошим настроением. Ну а я желаю вам исключительно мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!